Друзья, всем привет! Едем на наш участок. Сегодня посмотрите, кто у нас за рулем. Это Ирина. В общем, короче, что я могу сказать? Если у нас появится с Андрюхой трезвый водитель, то мы тут, наверное, и жить останемся. Да, Андрюха? Можно будет по 50 грамм выпить, никуда не спешить. Да, Ируся? Да. Все, Ируся у нас, вот видите. Начинающего водителя, говорит, не отвлекай. Ну, вот так вот потихоньку едем на наши грядки. Медленно, но уверенно. Все дальше. Самое интересное впереди, ребятки. Смотрим, не переключаемся. Ну что, друзья, сразу хочу извиниться за ветер, потому что у нас тут ветрено, хоть и солнце. Погода сегодня передают до 10 градусов тепла. Ночью был минус 1. Что хотим сегодня показать в нашем видео? Будем сегодня подкармливать нашу клубничку комплексным минеральным удобрением через капельный полив. И будем работать по листу от болезней и одновременно от вредителей. Это вот новый участок наш. Его вчера приезжал трактор. Мы заказывали немножко, поразбивали эти все корни, бугры. Ну, работы, конечно, здесь еще много, потому что была целина. Лет, наверное, 30 ее никто не обрабатывал. Куча пырья, поэтому будем до августа месяца, до посадки, планируем засадить уже свои кассетные рассады, это все. Поэтому будем работать гербицидами, периодически пропалывать, фрезеровать, ну и так далее, чтобы это все вывести. Потому что это, если все растет, то понятное дело, что не найдешь ни клубники, ничего. Да, и хочу вот показать, начали накрывать первые бугры, те, которые мы делали своим грядообразователем, который мы сделали на наш китайский мотоблок. Не знаю, друзья, довольно таки неплохо, скажу вам честно. Кто бы что ни говорил, но те, кто набрасывал вручную лопатой первый раз, мы тоже это делали лопатой. Я уверен, что много из наших друзей, подписчиков или просто зрителей канала это тоже делали вручную. Тут, ну, те меня поймут, что это очень тяжело. А вот такой вот результат, ну, не знаю, мы довольны. Да, может, не сильно высокие бугры, но я вам скажу честно, мы их накрывали после дождя. После дождя, поэтому они утрамбовались, уселись, и я думаю, что больше они уже как бы не упадут, потому что был дождь приличный, и это все осело, поэтому плотные, хорошие бугры. Я думаю, что все будет хорошо. Ну, будем дальше сегодня накрывать и работать по нашей клубничке. Все это мы вам сегодня и покажем. Хочу, друзья, показать, чем мы обрабатываем нашу клубнику от болезней, вредителей, пятнистостей, там, мучнистой росы и так далее. Вот ранней весной, когда вы обработали медсодержащим препаратом, то потом следующие обработки мы делаем вот такими вот препаратами. В одной баковой смеси я смешиваю сразу все эти препараты. То есть хорус, ридамил голд от болезней и от вредителей вертимейк. Ну и добавляем прилипатель, чтобы это все лучше прилипало к нашей клубничке. Дозировки, ну, скажу честно, мы придерживаемся сугубо рекомендаций производителя. То есть стараемся все через веса брать, тут сколько они там пишут, допустим, там 50 грамм на 10 литров воды, то мы так и берем. Ну, а сейчас я буду все это смешивать и буду обрабатывать нашу клубничку. И что еще хочу сказать, ребята, смотрите, то, что мы, допустим, вот так вот обрабатываем нашу клубничку, сразу хочу сказать, что это, ну, не означает, что надо вот вам именно так делать или это правильно, ну, не знаю, мы делаем так, вот у нас как бы такой вариант обработок устраивает.
Будет, может, кому-то полезная информация. Не знаю, может, кто-то скажет, будет нас критиковать, что так делать нельзя или еще что-то. Ну, это наше сугубо мнение, наше решение. Поэтому это не призыв вас делать именно вот так вот. Ну, а если кому-то будет полезно, то это хорошо. Ну, а сейчас я пойду обрабатывать нашу клубничку, а вы тем временем, кто не подписался, можете подписаться на наш канал, нажать колокольчик обязательно, чтобы знать, когда выйдет следующее видео, и поддержать нас комментарием, лайком или дизлайком. Продолжаются, ребята, наши работы по уходу за клубникой. Обработали от болезней, от вредителей. Ну и сейчас будем подкармливать нашу клубничку мастером валлагровским 20-20-20. Я уже, ну, как бы не в видео, а там спрашивали, мне комментарии писали. Новый наш насос поливает наш участок. Ну, так нам удобно на два раза делить, поэтому и в бак я замешиваю сначала одну порцию удобрения, потом вторую порцию. И таким образом подкармливаю. На ранней стадии мы даем где-то полграмма на растение. Ну а когда уже кусты развитые будут, большие, то будем увеличивать дозу до 1 грамма. Ну вот так, то, что хотел вам показать. Будем сейчас кормить нашу клубничку. Пока, друзья, проливается наша клубничка, подкармливается, хочу сказать огромное спасибо всем, кто комментирует наши видео, подписывается. Спасибо вам огромное, дай вам Бог крепкого здоровья. Друзья, благодаря вам хочется дальше снимать, развиваться, ну и так далее и тому подобное. Поэтому вам огромное спасибо всем, кто смотрит видео и не подписался. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Будем вам за это очень благодарны. Закончили, ребятки, все наши процедуры. Пополивали, покормили, обработали. Сегодня снова у нас на ночь передают где-то минус 1, минус 2. Поэтому клубничку накрыли, чтобы ей было тепло. Ну, вроде бы уже с понедельника передают потепление. Будем надеяться, уже хочется тепла, хочется хорошей погоды, чтобы она быстрее начала развиваться, вегетировать, потому что пока морозы, вы сами понимаете, постоянный стресс, вроде накрываем, но все равно то тепло, то холод, и естественно она начинает отставать в развитии. Все, будем ехать потихоньку домой. Всем спасибо, кто смотрит. Всем хорошего настроения, ребятки. Всем спасибо. Всем до скорых встреч. Пока.